One man and his ship. One man a mission to save the galaxy. Our time. I'm
know what we're going to do with that. Всем привет! Продолжаем играть в Wartype. Так сказать, тыкать титана палкой. Да, я не заметил, что у меня чат не прогрузился. Привет, Рус. Ну,
Блин, чуть не прокосячил. Дерьмо. Блин. Даже эту херню не взял, блин. Отвратительное начало. Мне сейчас даже и баланс где-то.
Fuck. Куда ты, бля, вылезла? Thank you.
Да еб... Что такое-то, а? Да это какой-то прикол, что ли? Капец. Thank you.
выпуск какие-то сюрпризы за сюрпризами. Никогда эта херня не подлетала уже.
Да. Ну вот так вот, да, сразу на меня подбил. Сволочь. Да японский бог, ну что за хрень-то? Опять этот сраный рандом, блин. Что, блин, нет слов. Дерьмо.
Thank you.
Ну, знаешь ли, я не могу выбирать. В Gradius играть или в R-Type. Если я мог выбирать, я бы, конечно, не играл в это. Ну, я бы не сказал, не особо похоже на Gradius. В Gradius ты бафы покупаешь, насколько я помню. Если выпадет непроходимая игра, я ее триролю. Это же игра непроходимая. Непроходимая. Извиняюсь, читать чат пока не могу. Собака. Да ну ересь, бог рандома может какое-то зло выдать. Фух, чуть второй раз меня не затроллила эта херня. Блин, хреново умер.
Да, по поводу того, что бог рандома может выдать какое-то зло, он наверняка выдаст какое-то зло, потому что дерьма-то, понятное дело, было больше. Какого хрена, блин, ну всегда убивались, блин, дерьмо сраное. Просто какой-то... Всегда в этом коридорчике эти уроды убивались. Сейчас же, естественно, не тот случай. Как меня злит эта игра. Просто вообще невозможно. Ну и чё ты там засел-то, блин? Чё за, блядь, исполнение? Я вообще не понимаю. Привет, Эникс. Спасибо за плюсик. Правда, это ничего не дает абсолютно. Как я понял, сейчас все с доната поднимает. Как бы остальные даже не начали влиять. Ну и вообще, насколько я знаю, плюсы они не особо поднимают карму. Больше там влияет то, говорят в чате или нет. Понимаешь, Блейзер, я ее просто из принципа проходить буду, сука, пока не пройду. Ну да, я и говорю, болтовня в чате влияет. Потому что я как-то видел стримеров, у которых там овер 2000 плюсов было, но при этом они не были
они проигрывали там топ-1, которого было там что-то в районе 300 плюс всего. Привет, Сайлен. Поэтому там влияет только сколько народу базарит в чате. Чем активнее, тем выше. Это я не знаю, Сайлен, убрали его из моды. А что случилось? Он тебя забанил, что ли? Где ты список? Где ты список модераторов смотрел? Там уже вроде это. То в данный момент на сайте или как там отображается. По-моему, шестеренка показывает, сколько там это. Человек в чате сидит. Ну, в смысле, кто сидит? Список, а его, может, его и нету просто. Кого 11? Чё 11? Ага. Понятно. Да ебан... Говно сраное. Хоть бы сначала. Хер там. We'll be right back.
Какое ебаное место, блин. Привет, лорд. Она уже и так поломана. Не надо ничего ломать. Thank you.
Какая херня меня убила? Вот что?
хуй, как не сдохну, извините. Ах ты, сука, а, не ебать меня. Охуенно, блядь.
будет самое смешное, если я пройду и не дадут второй баллон. Это будет просто ржак. Нет, хуй, он просто не дает мне здесь пройти. Привет, белоазист. Thank you.
рейки. Опять полчаса здесь тусоваться. Херня получилась.
Офигеть, блин, шикарно. Ой, блин, это ж вообще пиздец. Херня, херня получается. Скорость у меня 2. Я точно не нахер. Thank you.
вообще. Ебаная скорость подвела. Проебал вспышку. Теперь он, блядь,
из базара, короче. Там, где надо. А теперь у меня нет, блин, шарика ебучего, из которого хуй пройдешь игру. Куда эта залупа сзади-то будет? Ёбаный свет. Нужен второй шарик, сука. Дайте мне второй ебучий шарик. Сука, блядь! Мне дали второй шар! Это пиздец, нахуй. Последний уровень я его не могу пройти из-за ебучего шарика. Тьфу ты, блядь! Здесь-то уж как проебать можно было, ёбаный свет! Ну, пиздец. Ну, вы хотя бы увидели последнего. Сука, ебаные разработчики, я, блядь, претензий вообще никаких не было, если бы они нормально спеллпауэры расставляли. Но это просто пиздец. Как так можно было, блядь, сделать, чтобы, блядь, если ты все не собрал, все, ты нахуй пройдешь. Причем на последнем уровне всю хуйню дают, какую только можно, блядь, но не дают ебаных шаров. Без которых вообще просто невозможно. Хоть ты, блядь, там как маневрируй. Просто бесполезно, там нереально. Исключительно только из-за босса. Если бы босс по-другому как-то валился, я бы еще, блядь, поверил, что можно без шарика пройти. Но он валится одним единственным способом, блядь, без которого шарики, наверное, просто невозможно без них. Без ебучих шаров. Блять, тут реально за всю игру сколько? Три получается. Три уровня, где дают ебаные шары. Как это, блять, вообще такое возможно?
Лорд, можем, блин, каждый раз так говорить. Мои хотелки не всегда сочетаются с этой игрой. Подставы ожидают тебя на каждом шагу. Расслабить задницу даже нельзя. А на харде тогда что должно происходить? На харде, на булке должны быть напряжены 24/7, даже когда не играешь.
Сука, оно зажало меня, падла драная. Вот как, блядь, от этой херни можно? Вот он тебя подставил и все. Можешь ресетить. Ладно, хули мозг ебать. За обзор пили. Тьфу, ебать. Все, у меня уже клинит нахер. Особенно после последнего уровня просто. Чё хоть там за обзор-то? На УГЦ что ли обзор? Чё там обозревать? Сокращенного УГЦ, что ли? В итоге сделает, в конце получится что-то говно какое-то и все. Жизнь длин. Никакого хардмода не будет. Уйдет в себя. We'll be right back.
закрепили заживительную влагу. Так, иконки старые, так и челлендж старый. Все старое. Привет, Назами. Привет, я.
Да Ай, блядь. Просто. Охуенно. Просто, блять, охуенно. Thank you.
Блин. Ебаный в рот, вставай же ты. Так, давайте мне болванку, сука. Я не хочу повторения где-то говна. Я не буду гасить босса, пока нам дадут болванку. Где эти херни? Чего они не выпадывают? Ё-моё. Сука. Thank you.
Ну все, пиздец. Сейчас вы увидите, как я сдохну. Собственно, почему мне нужен был шар? Вот поэтому. Хуета ебучая. Там, кстати, после меня никто не занимал, а то я по логике должен был закончить. Thank you.
Да. Все еще. Я в туре. Thank you.
Как не игра? Это, блять, дурацкий вопрос. Заебало. Сука, да почему он на меня все время идет? Раньше он, блядь, стоял и все, и не ебал мне мозг. Сейчас он меня, сука, троллит, блядь, своими набегами. Да, иди в пизду, блядь.
обосрался, что-то херня мне занесло. Умри, сука. Все, готовьте сиськи, блять. Пиздец себе нахуй, пиздец. Сдохни, сука, сдохни! Да, блядь! Да, сука! Умри, блядь! Пидораска! Я прошел, и говно ебусе. Ты прям пришел, блядь, на это. Как он, блядь, называется? На мастер-ран, ёбаный. Если, блядь, это была бы CD-версия и... без возможности проматывать мультики, это вообще был бы пиздец просто. Где блядский выбор? Блядь, так прошел сразу, блядь, тыкай. Чак Рок, блядь, какой-то. Сын Чака, нахуй. Ну чё, всё, что ли, тогда, блин, на этом? Будем на следующий уже проходить это говно. А, спасибо, Грей. Да, ждал. Сидел. А, всем спасибо. И до новых встреч.